Но перед началом этого видео, друзья, я бы хотел разыграть 350 рублей на Киви кошелек. И ваша задача к этому видео написать всего лишь 412 комментариев. И завтра уже в моей группе ВКонтакте на стриме пройдут итоги этого замечательного конкурса. Приятного просмотра. Но мы попадаем на forcedrop.top, уважаемые зрители, и у нас 23 тысячи на балансе. У меня есть промокодик неизменимый, называется он «Бог» и дает вам 30% к балансу. Ссылочка на него, как и на сайт, будет в описании в закрепленном комментарии. Ну а мы сегодня, ребята, должны окупиться, должны открыть. Я сейчас нахожусь в солнечном Санкт-Петербурге. Как ни странно, он солнечный в этот раз, да. И 23 тысячи баланса — это вам... Ну, знаете, не шуточки. Мне кажется, что баланс очень достойный для того, чтобы вы поставили лайк этому видео. Ну, будет ли нам что-то окупать, это уже другой вопрос. 300 рублей. Что-то кейс такса вообще подскатился. Мы почти получили глобала на форс-дропе. Это тоже очень неплохо, очень круто. И когда мы получим глобала, я думаю, надо сделать отдельный видос по этой теме, потому что глобала получить на форс-дропе крайне сложно. Я потратил не один месяц, чтобы получить здесь суприма, но, собственно говоря, почти весь сайт я прошел, можно так считать. Но по дропу кейс такса пока что вообще меня не радует. Что-то он очень слабенько дает. Возможно, хорошо. Возможно, контракты будут выдавать. Сейчас проверим. Засунем самое дорогое для начала. Там уже видно будет, что нам выпадет. До 9000 может выпасть, но по идее я верю в этот кейс. В этот. Я просто верю, забейте. Ладно, 17500 рублей. Попробуем открыть 7 тайных и уже будем судить по дропу из тайного. Окупит нам сегодня форс-дроп или нет. Пацаны, а вот какой сайт вам нравится вот сейчас? Именно в этот день, когда вы смотрите ролик, на каком сайте больше всего предпочтительный? Отлично, 11000. Вы бы открывали кейсы. Нормально, да, с 5000 с 11 достали. Хорошо, ребята. Вообще, забрать бы ножик сегодня какой-нибудь было бы вообще обалдежно. Принц пролетел, Яшка, зато спиралька. Угу. Неплохо. Я считаю, это прям достойно сейчас выпало. Давай еще 10, рандом коверт. Полетели, как сдурели. Давай, рандом коверт. Сделай грязь. Что-нибудь, 10 штук на охоте, кола... Ну вот это тоже неплохо вроде. 700, нормально, окупаемся потихонечку. Да, ребят, напишите, какой самый любимый сайт у вас по открытию кейсов на данный момент. Вот у меня ForceDrop один из моих любимых сайтов, и я об этом гордостью вам заявляю, потому что, ну, он часто окупает и показывает что-то интересное. И выводит скины без проблем, самое главное. Так. Давай, 6500, и еще баланс особо не просяет, даже если сейчас контракт не выпадет хороший. 6900, это плюсы. Апгрейды. Ну давай, хорошо, давай попробуем апгрейды сделать. Только вот вопрос, на что? 9600, блин, жестко. Поставь лайк этому замечательному апгрейду. Он получился. И я думаю, надо продавать. Потому что сейчас апгрейд будет делать максимально бессмысленно. Из-за того, что мне кажется, что будет стоять какая-нибудь открутка. Давай три раза вип-кейс. Просто решил пойти ва-банком, ребята. Решил пойти ва-банком и открыть на все деньги вип-кейс. Я думаю, это интересно. Гамма-доплер, хот-рот и скоростной зверь. Получается, это 21 тысяча рублей. Интересно, давай-ка еще три раза. Только без спойлеров лайф-ленте вот это вот всем достало. Так, еще 24 тысячи. Просто космические суммы какие-то улетают на ваших глазах. Прилетает огненный змей, все. Это пиздец. Сколько? 18 тысяч, 13. Балдеж, ребята. 32 тысячи рублей. Понимаете? Но вот это надо забирать однозначно. Вот это просто дикий контент. И все, мы ушли в хороший плюс. Два скина по пятнашечке. Осталось теперь добить. Несмотря на то, что ролик небольшой, я и не буду его делать длинным. Нужно теперь добить тайное какое-нибудь. Так. Ну, нуар еще падает, авик. Вообще красота. Он еще и стоит, охренеть, как много. Слушай, вот сегодня меня вот вообще порадовал форс-дроп. Калашик. Лор, и все это в инвентарь. Шикарно. Просто шикарное открытие. Калаш, аквамариновая месть. 5000. Ну, вот такое. Мне, конечно, не нравится, но что делать? Раз уж окупились, сайту как бы ничего не предъявишь сегодня. Он молодец, он хороший. 5000 рублей в контрактике. Давай. 1300, ну. Ну, такое. 1300, это, конечно, такое себе. Вряд ли мы сейчас дойдем до какого-нибудь ножевого, опять до вип-кейса, но хотелось бы верить, что это возможно. Так, дикий лотос. Глок и разъяренная толпа. Можно даже поиграться с апгрейдами, я думаю. Или контрактами, блин, не знаю. Что сделать, ребята? Что вы на моем месте сделали? Посоветуйте. Что бы вы сделали на моем месте?
Можно продать, конечно, огненный змей и пооткрывать. Но это рискованно. Но при этом 5 минут ролика тоже, ну, никуда не годится. Ладно, карточки, контракты. Пока что есть еще скины, хоть и небольшие, поэтому играем. Играем, пляшем, так скажем. 1100. Вот давай попробуем его сейчас апгрейднуть. Если не получится, там уже видно будет, что будет. Давай, следы асфальта. Хорошо, 1500 рублей. Не получилось апгрейднуть, хорошо. Так, что мы можем сделать? Ножик есть. Его мы можем превратить... Ой-ой-ой. В пламя какое-нибудь, вот в такое. Полетели, ребята, риск. Это просто дикий риск сейчас от меня. Все, изи, 19 тысяч, смотри, плюс 7 тысяч сделали. Реально, ну неплохо, очень неплохо. 19, а если вот здесь? Здесь, наверное, тоже будет дико, да, если мы сейчас апгрейднем, смотрите. 8, да почему 89? 26. Вот, давай вот так вот. Это дикий апгрейд просто. Стой! Блин. Это максимально тупой видос, по-моему. 20 тысяч, ну мы вернули этот баланс, окей. Давай дальше открывать, хорошо. Ну, типа, а что еще делать? Максимально просто тупой тильт. Ой, ребята, да это контент, конечно, такое. 8500, еще контракт. Ладно, живем один раз. 3600, тварь, блин, просто один раз живем, конечно, но... Не окупает он меня очень-очень хорошо. Ну, надо было забирать, и я хотел сделать контент. Как бы, ну, не стыдно, сори. Не стыдно. Хотелось контент, я его сделал. Даже плакать не буду, что мне не окупило, там все дела. Давай, форс-дроп. Давай, вот так вот уже хорошо. Нахрен нам эти 30-40 тысяч. Ага, зуб тигра, естественно, не долетает. 2400, о, хорошо. Так вот бывает, если вы заиграетесь, а что вы думаете? Оп-оп-оп-оп-оп-опа. Апгрейд долетел. Ну, сейчас будем пробовать этот скин превращать в десяточку тогда какую-нибудь. А как иначе? По 70% крафтить? Получится, не получится? Ну, пока нормально. По 1000 каждый апгрейд идет. Хорошо. Оп. Ой, нифига, я что-то переборщил. Оба. Чистые пока что апгрейды просто. Великолепные. 4, 5. Давай дальше. 8. Будет, не будет, интересно. Да, нормально идет. Пора продать. С 2000 до 8, нормально. Вот так, по такой тактике 12 вернули. Давай, наверное, вот как-то так. 7. Что-то есть что-нибудь хорошее? Ну так, нормально. 4200 плюс-минус окупили открытие. И 4500. Фух, апгрейды. Давай, что-нибудь за 9000. Скрафтишь, не скрафтишь. 46% полетел. Ну... Ай, блин, пацаны, ну это забей, бесполезная тема. После того, как мы, наверное, открыли уже, блядь, скоростной зверь, понятно. 4500. Ну давай. Короче, видимо, на этом все, ребят. Видимо, на этом видосике, по сути, завершается. 23 тысячи минус. А могло быть неплохой плюс. Вы видели, что форс-дроп, в принципе, был настроен на победу, на окуп. Но что-то не повезло, не фартануло, как говорится. Ну, сейчас пробуем апгрейдить, не знаю, до скольки нам будет вести, до какого времени. 66, ну, в принципе, проценты я ставлю достаточно нормальные такие. 11500, ну, то есть мы, по сути, возвращаем, а смысла от этого особо нету. 20 тысяч давай поставим, вернем, не вернем двадцаточку. 15, ну, давай 15, хорошо. Так, есть пятнашечка, блин. Очень страшно, максимально просто страшно. Я не знаю, как вам, ребят. Но я прям что-то боюсь. Нож лор. Но он точно не выпадет. Окей. Смотри, вернули на последнем моменте 21 тысяча. И вот сейчас просто последний момент, наверное, нужно сделать. И все. Спасибо вам большое за просмотр, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И всем пока-пока.